воскресенье в Самарской области облачно, без осадков. Минус 5, минус 7 градусов днем, ночью 6-8 ниже 0, ветер южный 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, днем минус 4, ночью также минус 4 градуса, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, днем минус 5, ночью также 5 ниже 0, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре облачно, днем минус 7, ночью 8 ниже 0, южный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.